Итак, модель ножей с названием МИМ. Сталь 95Х18, накладной монтаж. Так, значит, несколько вариантов. Варианты с перетинами, в частности, G10 и искусственный камень. Штифты из бронзы. Варианты без перетин, просто из микарты. И, соответственно, перетины из бронзы и микарта. Ножны из шурно-сидельной кожи такого плана. Он закрывается на кнопочку. Можно подвешивать, вот имеется такие отверстия, подвешивать на шее, носить. Можно куда-то крепить. Вот имеется здесь такие отверстия, здесь. И для горизонтального ношения на ремне. Клинки длиной 89 мм при ширине 33 мм и толщине в обухе 4 мм. Ну и сходится клинышком больше. Использовать можно, да как угодно можно использовать. Можно для шкуросъемных каких-то операций, рыбакам, думаю, хорошо подойдут. Вот такие вот ножи.